Спрашивай, не стесняйся, спрашивай сколько хочешь вопросов.
тебя на эти... Да, оно плавает, оно плавает. Может даже еще кого-то и... Не, акула живая, это не живой. Это руками человека сделано. А! Корабль. Никита, тебе идет сюда. На ногах такие интересные штуки, которые и у петуха бывают. Ну, да, вот что есть у ковбоя и у петуха? Что есть?
шпоры. Шпоры. У них общие шпоры. На ботинках шпоры. А вот еще загадка. Вокруг носа вьется, вы его слышите, нюхаете, а в руки не дается. Что можно нюхать? А это тот, кто пукает. О, муж. Вы это сняли? Я надеюсь, сняли. Это запах, правильно. Еще, еще. Стоит, стоит столбом. Горит огнем. Огонек вверху. Ни пылу, ни жару, ни угольцов. Свечка! Правильно. Под кустами, под елками, катится клубок с иголками. Ёжик, ёжик. Правильно, молодцы. Какая ветка не растет на дереве? Вот похоже на ветку, а на дереве не растет. Волза. Иголка. Змея. Змейка, правильно. А вот еще, что это за трава такая, которую узнают даже слепые? Вот я не вижу, до нее дотрагиваюсь и сразу узнаю. Что это за трава? Крапива. Крапива, правильно. А почему ее узнаем? Из-за чего? Потому что она живучая. Она живучая, правда? Она печет. Да? А может быть недавно жили-поживали, добра наживали. Детка. Я всех люблю. И бабушка. Жили они, поживали, бабушка борщи варила, варенички лепила, а дедушка на огороде работал. Вот пошла однажды бабушка борщ варить, а дедушка пошел на огород. Выкопал он на огороде ямку. Еще подождите, еще пока проверить ямку. Выкопал ямку, поливал, удобрял. Ой, сколько работал, трудился. И решил пойти домой телевизор посмотреть. Пока он пошел домой телевизор посмотреть, а репка выросла. О, боже мой, я тебе лично не могу. Такая непонятная репка. Отпустите корни, репка. Нет, большие хорошие, но они же в земле, они же не на голове растут. Да. И вот выросла репка большая-пребольшая, сидит себе на солнышке, с собой любуется и приговаривается. Я такая растакая! Я такая растакая! Ой, так ей хорошо, такая она была растакая. А тут дедушка пришел, телевизор посмотрел, возвращается на город. О, батюшки святые, репка большая уже выросла. Обошел он репку. Обошел репку. И решил, что она как раз в самом соку. А она еще сидит и приговаривает. Аккуратненько, не тяни, ты ж не вытягиваешь все равно. Упирается руками, упирается ногами, а репка сидит в земле крепко. Подумал, подумал наш дедушка, почухал потылицу и сказал. Я всех люблю. И вспомнил он про бабушку свою. Позвал бабушку, пришла бабушка. Бабка, иди сюда. Пришла бабушка, да. И взялась бабушка за детку. Дедушка говорит, я всех люблю. Я всех люблю. Детка за репку. Репка говорит, я такая. Я такая. Руками упирается ногами, а репка сидит в земле. Говорит, ох, вы мою хорошую, ох, вы мою пригожую, помогите нам репку вытянуть. Взялись внучки за бабку, бабка за детку, детка за репку, бабуля не балуется, она ручку тянет, упирается руками, упирается ногами и тянут. Ну, конечно, репка не вытягивается. Дедушка даже успел, да, психануть, но репка не вытянулась все равно. И тогда наши внучки
Замуж не терпёшь. Решили позвать жучку. Ой, жученька. Пришла, жучка сказала. Собака бывает кусачей. Собака. Бывает кусачей. Собака бывает кусачей. Так. А внучки говорят, ой, жучка, помоги нам репку вытянуть. Взяла жучка за внучек, так, внучки за бабку, бабка за детку, детка за репку. Упираются руками, упираются ногами, а репка сидит себе крепко. И вот тогда позвала наша жучка. Жучка, решила позвать Мурку. Пришла Мурка, хвостиком помогла. Жучка за внучек. Замуж не терпёшь. Внучки за бабушку. Бабушка за дедушку. Я всех люблю. Дедушка за репку. Позвала она лягушку. И скакала лягушка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Внучки за бабку. Бабка за детку. Я всех люблю. Я такая Репка действительно уже очень волновалась, потому что народу было много, и скоро вот-вот ее могли вытянуть. Снова потянули и люди, и звери. Снова репка уже зашаталась, но еще была в земле. И вспомнила тогда наша жабка. Ква-ква. Вспомнила про мышку на ушку. Пришла мышка. И сказала. Пи-пи-пи. Так. Взялась мышка за жабку. Ква-ква-ква. Жабка за мурку. Мяу, сало мало. Мурка за жучку. Жучка за внучек. Ой, она замуж не терпёт. Внучки за бабку. О-хо-хо. Бабка за детку. Я всех люблю. А дед... Я такая все себе. Thank you.
для себя проверить, избылось или нет, хорошо? Да. А один мальчик у нас вытянул домик, и они действительно переехали из квартиры в дом, представляете? Да. Так что, пожалуйста, относитесь серьезно. Начнем, конечно, с именинника. Димочка у нас самый первый. А я второй его учу. Нет. Никита такой джентльмен. А я второй, Я вторая, большая девочка. Ну, я тоже думаю, что сначала девчонки будут, а потом уже мальчишки. Тоже Дима ожидает. Открываем. Самолет. Показываем бабике. Покажи хорошо, чтобы было видно. Смотри на меня. Сюда. Папе главное показать хорошо, что самолет в ребенку попал. На самолете поехал. Дима, смотри. Не, ну как минимум билеты на самолет. Как минимум билеты. Достаточно билетов. Вложим сюда. Сюда ложи нас. Так. Дуем. Дуем, чтобы сквозь. Вот, в конце уже точно получится. Так, теперь девчонки. Сначала девчонки, потом мальчишки, хорошо? Я уже мне не попался. Сейчас, сейчас. Поход в цирк. Ну, я думаю, тебе цирка и в жизни хватает. Ну, все равно, пойдешь еще. Так, молодец, давай, умничка. Дунь, да, Дунь. Так, подождите, у нас девочки сначала, потом мальчишки, хорошо? Потом я. Так, что же у тебя сейчас? Конструктор Лего. Хотя вы знаете, сейчас такие есть классные фигуры, можно и корабли делать, и различные модели, очень сложные. Ну не обязательно так сложно. Подумай и туда передавай. Я иду к следующим девчонкам. У нас он, подождите, Светочка еще не вытягивала. Так. 50 гривен. Точно деньги. Ну деньги это тоже всегда хорошо, правда же? Да. Ну, а хочу вам просто. Скажем. По-моему, тоже самолет, если я не ошибаюсь. Да, самолет. Тоже, на самолете тоже, я считаю, что интересного. Очень даже увлекательно. Что Санечку ожидает? Я в самый низ полез, там я самолет. Папе, если на диване, нет? Я вот это в самолеты боюсь страшны. Мне надо сразу памперс, пакет, у тебя кольца. Памперс, пакеты, ну, бриллианты, золото. Брилики, золото. Бриллианты, брат. Это тебе везет. Ну, или можешь так перемешать, как бы. Ух, суши. Нет, это взаимная любовь, ребята. Сердце, какие же суши. Ой, Никита, тебе надо как суп готовить. У тебя взаимная любовь. У кого кольца? Так, еще вот. Держи. А как я? Посмотри, как задумался, видел? Котик. Ну, котенок тоже классно. Ну, только не, ну, для детей классно, для родителей не всегда хорошо. У меня второй котик будет. Что это попало? Вот не десятый, то хорошо. Скажи, пожалуйста. Ой, что это такое большое? Открывай. Сингазета какая-то. Баксы, это ж хорошо. Доллары, это всегда хорошо. Конечно, обязательно. У него 5 баксов. Ой, да, складывайте. Так, ну отдых на... Вы поедете в Сочи! Сейчас еще за маму. Я не знаю, что маму Диму на ожидает. Так. Сейчас мне тоже так интересно, что мамочки.
тебе, Дима, любви, чтобы...